В Калязине Тверской области полным ходом идут съемки молодежного 8-серийного сериала с рабочим названием «Новенький». Большинство сцен снимается на улицах города и в одной из местных школ. О том, как идет процесс создания нового фильма и какой его посыл, в следующем сюжете. Так, солнышко вышло, начинаем снимать. Съемочной площадкой для молодежного сериала стала Калязинская школа. Здесь учатся главные герои фильма – Глеб Калюжный и его одноклассники. Режиссер фильма выносит на передний план актуальные проблемы современной молодежи. Это взаимоотношения подростков друг с другом, с родителями, буллинг, определение жизненного пути, неразделенная любовь и другие глубокие проблемы взрослеющего человека. Мы снимаем кино, которое посмотрят подростки и какие-то выводы для себя сделают. И, надеюсь, станут лучше, надеюсь, увидят наши герои сами себя, и в отрицательных героях, и в положительных героях, и поймут, что так делать не стоит, так делать нельзя, потому что это серьезный вопрос жизни и смерти. Сценарий фильма основан на реальных событиях. В сюжетную линию легла история страшной гибели 16-летнего жителя Смоленской области Влада Бахова. В картине задействованы как профессиональные актеры, так и калязинская молодежь. В одном эпизоде я вжился в роль, так сказать, потому что в школе был родником, поэтому у меня получилось. Мне только вчера написала подруга, спросила, согласна я или нет. Я согласилась, поэтому я еще не могу сказать о своих впечатлениях. В съемочном процессе задействовано более 50 человек. Также некоторые сцены снимаются в Кашине. По признанию режиссера, эти города идеально подошли по своей атмосфере, архитектуре и локации. Сериал в скором времени выйдет на экраны. Первую серию зрители смогут посмотреть уже в начале октября.